Молодежь пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – вновь собрались на ульяновской земле. 60 блогеров, журналистов, обозревателей и студентов за 6 дней создадут новую медиаплатформу. Тема нашего лагеря в этом году – медиа. Мы понимаем, что сегодня без журналистики невозможно ни одна сфера существовать креативных индустрий. Это как официальные СМИ, это так и продвижение креативных продуктов и в социальных сетях, и вообще информационное продвижение. Программа форума представляет собой совокупность тематических лекций, сессий, панельных дискуссий, а также секции по командообразованию. Кроме того, участники смогут найти единомышленников, друзей и команду для совместной работы. Я прибыл в этот замечательный город для того, чтобы не только познакомиться с людьми, но и для того, чтобы, соответственно, обменяться идеями не просто о чем-то, а идеями насчет медиа, насчет, соответственно, средств массовой информации с молодыми людьми из стран БРИКС. Итогом работы форума должно стать создание медиаплатформы, которая объединит молодежь БРИКС. Кроме того, участники должны сформировать мультинациональную группу лидеров, которые впоследствии будут работать над развитием площадки, дорабатывать идеи и определять контент. So I work with the media and social media both. Я работаю с самыми разнообразными, соответственно, средствами массовой информации. Я работаю с радио, я работаю с видеоплощадкой. Я приехал сюда для того, чтобы воплотить все это в жизнь. Я хочу соединить все эти площадки для того, чтобы мы были все объединены. Мы в Индии говорим, что целый мир – это большая семья. И это именно то, что мы должны воплотить сегодня здесь, именно на этом кампе. Международный лагерь БРИКС в Ульяновской области проводит уже в третий раз. В прошлом году главной темой мероприятия стала экология и устойчивое развитие. На торжественном открытии губернатор Алексей Русских пожелал успехов участникам форума и подчеркнул значимость мероприятия. Существенная роль БРИКС возрастает с каждым днем. The significance of BRICS is increasing each day. И заслуга молодежи в этом нельзя переоценить. Ваши голоса слышны, ваши действия заметны, ваши мысли прогрессивны. Форум продлится до 6 августа. Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, УПрауда ТВ.